Здравствуйте, друзья. Спрашивают по поводу прививок для детей от 1 до 3 лет. Вот приезжает семья, там есть ребенок, год, два, три. Значит, не заставят ли родителей этому ребенку делать прививки? Значит, тут есть, как вам сказать, несколько, что ли, факторов, которые на это на все влияют. С одной стороны, есть прививки, которые положено делать. С другой стороны, родители, сейчас такое, знаете, есть движение, многие говорят, я не хочу, потому что я боюсь, что там они ребенка мне там искалечат. Многие говорят, что из-за прививок там всевозможные проблемы, вплоть до аутизма, что вот аутизм там из-за этого, из-за того, что в юном возрасте там какие-то прививки делают. Поэтому я знаю людей, которые это говорят, у них дети с аутизмом. В общем, вы можете отказаться, вас нельзя заставить делать ребенку прививки. Вы должны дать подписку, что вы берете на себя. И в случае чего, значит, вы претензии предъявлять не будете. Вот. И, собственно, вот и все. Но следующий момент вот какой. Если вы сидите с детьми дома, и вы подписались, чтобы вам там вас не трогали, ну, пожалуйста. Но если вы хотите, чтобы ребенок пошел, например, в ясельки, да, то в ясельки вас не возьмут, если нет прививок. Обычно так вот, администрация, да, этих яселек. У них тоже есть какие-то там лицензионные требования, там, я не знаю. Я детально этого не знаю, но я знаю, что они спрашивают, какие прививки есть, каких прививок нет. И что сказать? Могут просто не взять. Хотя, наверное, найдется где-то такие, которые возьмут и без этого, я не знаю. Или вы можете там взять бэбиситера, который будет сидеть с вашим ребенком. То есть вы будете выкручиваться, но вас не заставят. То есть это вопрос ваших удобств или неудобств, но никакого насилия не будет, и у вас не заберут ребенка. Там, знаете, говорят, там ювенальная юстиция, там, она вас не тронет. Вы совершенно спокойно можете делать то, что считаете нужным. Вот, так что я не знаю, насколько я там успокоил маму, но вот мое понимание такое, то, с чем я сталкивался. Это может от штата к штату меняться, наверное, тоже. Я не могу сказать. Вот у нас на местности вот так, вот тут, где мы с вами едем, вот то, что вы видите, вот в камеру я вижу, а у вас на экране. Вот тут так. Что еще я могу сказать, что тема детей, прививок, школ, переездов и так далее, это доминирующая тема иммиграционных форумов. И, наверное, я предполагаю, что человек, который вопрос задавал, наверное, он читал разные форумы, и там разные люди, разные мнения, иногда трудно бывает с этим. Ну, что тут сказать, это правда. Но я не такой авторитет, чтобы так на всю страну и там с такими тонкостями. У меня нет детей такого возраста, точнее, у меня есть внуки, но как-то так вот они все прививки делают как положено. Так что они следуют указаниям врача, советам врача. У нас врач, у внучек моих, врач из СССР, женщина такая моих, там, может быть, лет приближается, такой советской школы. И ее видение, может быть, нам, вот, людям вот с нашим воспитанием, оно может быть ближе, чем, допустим, тем, кто вырос тут и безоговорочно, там, допустим, слушает, что врач скажет. Или наоборот, всех игнорирует, я не знаю. То есть у нас как бы в этом плане есть какая-то гармония. То есть нам врач может сказать, знаете, что вот вы там, может быть, вот сейчас не делаете, а сделаете через полгодика, например. Такое тоже может быть. То есть как бы нет давления со стороны врача, не было, насколько я знаю. Вот, так что, конечно, надо иметь врача, которому вы доверяете, безусловно. Это ведь не только вопрос здоровья, это еще вопрос как бы спокойствия, понимаете, вот ментального здоровья. Вы знаете, что вы все правильно делаете, что с вами человек, который знает больше и который как бы, ну, вам дает совет, и вы доверяете этому совету, вам дает спокойствие это. Понимаете, вы спокойны, что вы делаете правильные вещи, что вы не нанесете ущерба своему ребенку и так далее. Таким образом. Но еще раз я возвращаюсь к тому, с чего начал. Вы контролируете этот процесс. Просто подпишитесь, что вы не будете в претензии в случае чего, и пожалуйста.
Так что счастливо, друзья!